Всем привет! Я в магазине Fix Price, город Торск, на Просвещении. Давайте смотреть новинки и ассортимент. Не забывайте ставить лайки, если понравится, и подписываться на канал. Какие банки? Банка 960 мл, выполнена из стекла, завинчивающаяся жестяная крышка, 59 рублей. И крышки цветом разные. Вот здесь оранжевые, коричневые, там есть желтые, зеленые, разные. Контейнер для яиц, 12 штук. Диаметр 21,6 и высота 7 сантиметров. Отлично подходит для гигиенического хранения яиц и для их безопасной транспортировки. Крышка контейнера легко и плотно закрывается и открывается. 299 рублей. Салфетки 100% вискозы, 34×38, 5 штук в упаковке, разные расцветки, 99 рублей. Ёршик сюда тоже привезли, 24 сантиметра, ёршик для посуды с присоской. 79 рублей. Какие мочалки для душа. Новинка 14×21 сантиметр. Есть разные расцветки. Там вот голубые, может, еще какие есть расцветки. 124 рубля. Знаете, такая приятная она. С этой стороны она такая не сильно жесткая, а с этой стороны пожестче. Мне кажется, как интересная. Вискоза, полиэстер, нейлон и поролон. Крючки, 4 штуки, крючки металлические, панельки разные, разного цвета, 79 рублей. Смотрите, какая швабра интересная, нетканный материал, обычно концы такие перекрученные, а это как бумага, как будто бы, ну, такие салфетки бывают из нетканного материала. Вот про какие я говорила. Видите, концы. Вот они какие. Вот, вот. Немножко другая. Ну, вот такие бумажные я еще ни разу не видела. Давайте точно посмотрим, для чего она. Нет, просто швабра написана. 120 сантиметров, 199 рублей. Состав. Нержавеющая сталь, нетканный материал и полипропилен. Ну, вот еще тоже новинка. Щетка для пыли с телескопической ручкой, 105 сантиметров. Видите, вот здесь выдвигается она и задвигается. Есть разные расцветки. 124 рубля. 124 рубля. Еще швабра. Тоже ручка телескопическая, наверное. Сейчас посмотрим. Да, швабра универсальная с телескопической ручкой, 120 сантиметров, 299 рублей. Какие интересные крючки, вернее, планки, наверное, называется. Вешалка настенная, размер 390×70, материал МДФ в пленке и пластик. Так, сколько здесь расцветок, я вижу только... А, еще одну вижу. Вижу три. Беленькая тоже есть, оказывается. 199 рублей. А какие совочки с щеткой зеленого цвета, такого цвет травы. Набор Модена, 249 рублей. Там зеленые стоят, и здесь зеленые. Чистота, порядок. Смотрите, и корзинки, пожалуйста, здесь есть. И тазики побольше, поменьше. 124 рубля. Здесь не достану. И вот эти вот хорошие корзины. Корзина 37×28 и 17 сантиметров. 349 рублей. Корзина универсальная. Ее можно подвесить. Имеются отверстия. Такое ведерочко я прям буквально недавно показала. 149 рублей. Ведро такое овальное для швабр, которое я сейчас показывала. Швабра вот очень хорошо
для этих швабр подходит. Есть, вот смотрите, тазики и кругленькие есть. Есть и овальные большие. А я увидела только квадратные. Нет, и круглые, и овальные, квадратные, побольше, поменьше. Вот еще корзинки. Тоже с ручками. Разные расцветки. 199 рублей. Такие тряпочки привезли. Губки. Ну и губка автомобильная 20 на 11 сантиметров, 116 рублей. Вот машины мыть как раз после зимы хорошо. Внутри поролончик. Трос с кодом замка для велосипеда. Такой большой, 249 рублей, 120 сантиметров. И разные черные, яркие есть. Губки для полировки панели салона привезли. С ароматом лимона. С ароматом вишни, яблони, яблоко. 41,50. Набор эластичных шнуров. Растягиваются до 2 метров. Стальные крючки. 199 рублей. Две штуки в наборе. А это ароматизатор воздуха в виде спрея. Черный кофе. Терпкая ваниль. Все, больше никакие не вижу. 79 рублей. Игрушка счеты привезли. Учимся считать. Здесь вот и кубики какие-то, и счеты, и часы. Так, сколько? 249 рублей стоит. Есть и зелененький, вот, с паровозиком, что ли. И вот такая улитка. Игрушка-планшет для рисования. 199 рублей. Набор для творчества «Вязаная картина» 149 рублей. Развивает мелкую моторику и усидчивость от 3 лет. Здесь вот и уточки, и фламинго. Инструкции есть. В наборе основа с изображением картины, карандаш для ниток и нитки. Игрушка-антистресс «Гусеничка». Прикольно. Прикольно. Прикольно трещит. Что-то новенькое. Не знаю, ценника нет на нее. И вот тоже появились, смотрите, уже тележки. Они у нас каждый год бывают. Мячи уже привезли. Мяч 149 рублей, что ли? Сколько мяч стоит? А, 400 рублей мяч стоит. Ничего себе, в этом году как подорожал мяч. Какие сланцы, вы только посмотрите, такие прям неплохие, мне нравится. 349 рублей, размер 36, не знаю, это может быть с прошлого года остались, а может еще есть, не знаю. Вот какие, антистресс такой. И пушистики вот такие есть с помпончиками, это уже домашние туфли, шлепанцы. Так, это размер 38, именно этот. Подошва Эва, подкладка полиэстер и верх полиэстер. 399 рублей. Есть и розовые. Появился поднос сервировочный 30 на 20 сантиметров. Состав дерева. 199 рублей. Средство для мытья посуды. Лимон. Апельсин в мягкой упаковке 450 миллилитров, 51 рубль по карте. Есть и гель-бальзам для мытья посуды, яблоко-голубика, алоэ-вера и белый чай. Литр 450 миллилитров, 99 рублей. Быстро и эффективно растворяется в воде, как в горячей, так и в холодной. Большой литраж средств для мытья посуды Фэри, зеленое яблоко. 800 миллилитров, 180 рублей по карте. И сарма для посуды, густой гель, актив, лимон, 500 миллилитров, 116 рублей. Быстро и эффективно. Есть Фэри и маленькая, маленький литраж, 400 миллилитров, 124 рубля. Это получается, смотрите, 800 миллилитров 180, а 400
124. Если 800, то будет 200, ну, 250 рублей. Вот как выгодно брать большую, оказывается. На этом, пожалуй, все. Кому понравилось видео, подписывайтесь. Всем пока-пока.